Приветствую всех любителей хоккея на своем канале. Сегодня у нас 1 октября. Сегодня у нас 6 игр. Начинается у нас все на Западе. Сегодня все команды в этом сезоне встречаются в первый раз. Впервые встречаются. Начинается сегодня Динамо Рига, Динамо Минск. Динамо Рига несколько игр перенесла. Динамо Минск играл все это время, и Динамо Минск в среднем забивал 4 гола. Динамо Рига забивал 2-3 гола. Ну, это в начале сезона. Букмекеры пока ничего не говорят, ничего не ставят, ничего не пишут. Но я думаю, что Динамо Минск победа в матче сегодня. Дальше Локомотив дома встречается с Казанским Акбарсом. Фаворит здесь Акбарс. Букмекеры дают 1.6. На Локомотив дают 4.3. Но Локомотив все же забивает в среднем 2.5 гола. Казань забивает в среднем 2 гола. Ну, здесь я поставил бы индивидуальный тотал Локомотив. 2 больше. Коэффициент в среднем 2.3. Дальше Северсталь. Дома встречается с Йокеритом. Северсталь в среднем забивает 1.5-2 гола. Йокерит забивает в среднем 3 гола. Но это все за последние 3 игры я смотрю. За Йокерит дают 1.6, за Северсталь 4.3. Из-за этого я так думаю, что надо ставить Йокерит победа в основное время. Коэффициент 1.6. Дальше Авангард дома встречается с Витязем. Авангард сегодня забивает 2.5-3 гола. Витязь забивал в последних играх 4 гола. Из-за этого ставим Витязь индивидуально тотал 1.5 и больше, коэффициент 1.8. Так, дальше Динамо Москва дома встречается с Трактором Челябинском. Динамо Москва тоже в среднем забивает 4 гола. Трактор забивает 2 гола. Так что ставим победа в матче Динамо-Москва. Я думаю, так будет правильно. Коэффициент 1.5. Спартак на своем льду принимает ЦСКА. Спартак забивал в среднем 4 гола, ЦСКА забивал 3-4 гола. Коэффициент на ЦСКА на игру ставит 1.5. Спартак 5.3. Фаворит ЦСКА. Ну, я думаю, что надо ставить индивидуальный тотал 1.5 и больше. На Спартак коэффициент 1.8 примерно. Ну, где-то так. Что могу сказать по этим прогнозам? Прогнозы, конечно, не стопроцентные. Стопроцентный прогноз я дать не могу. Я так даю где-то на 90%. Ну, где-то так. Ну, ставить решать вам. Можете одинарными, можете экспрессом. Решать вам. Ставить вам. Следи за моим каналом. Подписывайся на мой канал. Ставь лайки. Всем желаю удачи. Всем пока. До следующего.